вообще такие цены, то есть вот уже на некоторых сайтах конкретно, то есть повышение там в 2 раза, то есть 100%. Здрасте. Конечно, летом полегче хотя бы в плане болячек, потому что уж солнце, жара, то есть как бы ультрафиолетовое излучение не делают свое дело. То, что сейчас еще холодно, а вот они засранцы все равно выходят на улицу. Так, ну-ка поди сюда, да? Жопу морозим. Мама говорит, не морозить жопу, а мы морозим. Выходим, скажи, и морозим жопы. Да? Фил, иди-ка. Любят они на улице посидеть. Помощь кормами, конечно, нам просто очень нужна. Самое главное для нас.